Привет, Ютуб! Здравствуйте! Добро пожаловать в красную команду по Домкиперу. О, мы вернулись. Смотрите, у нас тут Домкипер. И, наконец-то, новый персонаж. Я его открыл на прошлом стриме разговорном, полуразговорном. Так. Где у нас новый персонаж? Марк Шейдер. Профессиональный шахтер, способный применять экспериментальные гравитационные технологии. Что он делает? Чего? А подожди, он что, не копает? Ладно, сейчас посмотрим, какие-то шарики у него. Ну и давай я нам поставлю лазерный купол, он мне больше нравится. И котик. А устройство, ну давай, может быть, ну давай репеллент для разнообразия и... Ход за реликвиями. Средний размер карты, жесткая сложность. Никаких вот хитрых штук я не буду делать. Обычный забег, погнали. Посмотрим на перса. Что он умеет? Какими-то шариками кидается. Что-то я думал, у него будет просто, я не знаю, обилка какая-нибудь специальная. Он копать, что ли, не умеет? Ну, сейчас точно разговорного стрима не будет, потому что сейчас буду разбираться в... ну, ёшкин кот. Кинетические сферы. Удерживайте вот какую-то кнопку, чтобы зарядить кинетическую сферу. Вот чего вот это удерживать надо? Выберите направление и отпустите клавишу, чтобы запустить сферу. О мой бог, их энергия накапливается с каждым отскоком. Вращающееся бурение. Чтобы убрать одиночный камень, можно попасть по нему вращающейся кинетической сферой. Вы можете остановить добычу ресурсов, не выстреливая сферой, если предварительно отпустить клавиши направления. Гравитационный сбор. Удерживайте Q, чтобы притянуть ресурс, пока они не будут к вам прикреплены. После того, как они прикрепляются, они будут следовать за вами, даже если вы отпустите клавишу направления. Нажмите Q, чтобы отпустить ресурс. Если вы сбросите ресурс, теперь вот нифига дальше не видно, что там написано, но допустим. Так, ладно. Мой Марк Шейдер. А тут у тебя все как обычно? А нет, и апгрейды у него другие будут. Ой, ёшкин кот. Топ спид 70, сферы 2, перезагрузка сфер 12. Ой, тут апгрейды. Так. Гравитационное движение. Ладно, будут деньги, мы посмотрим апгрейды. Я решил, что сейчас читать не буду. Ну, погнали. Он не копает. Чат. Чё нажимать-то? Алло. Пробел? Ну я нажимаю пробел, ничего не происходит. Удерживать? Ага, все понял, спасибо. Я что-то не понял, в чем прикол. Вот в чем прикол. Прикольно. Подожди, он кинул ресурс кверху. Окей, надо зажать пробел. Так вот, покопать чуть-чуть, а потом вот так отпустить, и он. Ух ты, классно. Ну, вниз копать тогда неудобно, да? Он кидается ресурсами. Получается, мне не обязательно... Я могу такой вот подобрать ресурсы. Ну, я могу их донести, а могу вот так... Пиу-пиу-пиу. Не понял. Могу вот так их запулить. Потом могу их вот так, например, взять. Тю-пю. Классно.
Прикол. Так. 10 железа. Урон кинетических сфер. Вот это, наверное, скорость копания, да? Да, увеличивает урон кинетических сфер. Пакетный выстрел. Присоединенными минералами можно стрелять пакетом. Отражайте сферы маленьким мощным гравитационным полем вокруг себя. Что-то выглядит как сложная штука. Окей, мне надо переехать в другую сторону. Стример переехал. Да, ты Лич. Привет, ты к началу нового героя пришел. Я, в общем, вот что сделаю. Я сейчас нам скорость лазера улучшу. И мы деньги оставим и разберемся потом когда-нибудь. Окей, ну давай попробуем вот здесь копать. Стой, так. Так, теперь пиу, пиу. А, я могу много сфер запускать. А, две, две. Теперь ни одной. А, у них кулдаун, что ли? А где у него счетчик кулдауна сфер? Мое. Ну, полетели со мной. А, они слишком далеко полетели. Не туда летели, летят. Пью, пью, пью. Пью. Да ёп, куда ты полетела? За мной лети. Пью. А вокруг него... О, уже волна! Ё-моё, руинища! Окей, 8, 8, 8. Ну, я думаю, нам нужно... Нужно будет сейчас загрейдить этот... Сферы как-нибудь, скорость бурения, типа, увеличить или что-нибудь, я не знаю. Так, какие тут есть апгрейды? Это что такое? Improved Rotation and Mining. Увеличивает урон... Кружащихся, которая делает кружащееся копание. Ага, ладно. Я не знаю, что это такое. Отражение сфер. Отражает сферы. А вот это такое? Стабилизирует кинетические сферы, чтобы они могли дольше плавать. Это те, которые летают? Вот эти вот. Я хочу, в общем, сосредоточиться, чтобы у меня вот так вот летали сферы и много все делали. Копали. Нам нужны ставки. Начать прогноз, выиграет ли Варлочка этот забег. Отражение звучит круто. Знаете, что звучит круто? Урон сфер. И счетчик угрозы. Стой. У нас есть вот эта штука. И, ну, я понял, как играть. Мы заходим сюда, потом так вот сферу. Заходим сюда. Вот так бросаем сферу. Она такая. В общем, мы можем чуть-чуть сферой копать. Например. Вот так копнуть сферой чуть-чуть. Чи-чи-чи-чи-чи. А потом мы ее так. Так бросаем потом, после того, как копнули чуть-чуть. А потом мы ее так бросаем, и она сама накопает. О. А пока она копает, мы следующей сферой так. А потом так бросаем, и она накопает. О. А потом можно взять вот ресурсы, чтобы они летели сюда. Потом мы подвезем. И вот так вот. Пью-пью-пью-пью. Пью. Запульнем все на базу. Прикол.
Ну все, я считаю, что уже практически мастер этого персонажа. Я точно знаю, что я делаю. Волна, волна, я не уследил за таймером. Руина. Быстрее. Домой, 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 домой. Стоять, Маруська. Хватит стрелять, блин. Мы в порядке. Пару трещин всего лишь на куполе. Это вот никому никогда не мешало. И мы такие сейчас. Мое. А, стой, я могу просто брать через Е и тащить за собой. Мне не обязательно вот это вот Q фигню делать. Эту штуку можно кинуть вверх? Можно? Конвертер ресурсов, телепортер. Или кобальт. Конвертер ресурсов. Ну, я помню, можно продавать ресурс, типа. Вот телепортер крутая штука, да? Ну, правда. С этим десантником телепорт был норм. А вот здесь я не знаю. Телепортер с нашим персом не очень. Инженер, короче, копал дырку вниз, там клал телепортер, потом туда как в помойку скидывал все. И телепортер возвращал на базу ресы. А здесь, ну, во-первых, нам копать вниз неудобно. Потому что шарик будет вверх лететь долго, вот так вот. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. А... Да, короче, это реально, вот, по-моему, телепортер не очень. Я не представляю, кем буду пользоваться. Шахту вертикальную мне не вырыть. Мне вот так вот надо копать, как червяк в земле, вот во все стороны. Ну, давайте конвертер возьмем. Я не помню, как он работает. Так. Конвертировать воду в железо можно. Ну... Пока не буду. Там посмотрим. Пускай, в общем, лежит. Да ёпер, кнопка не та. Не та кнопка, не та кнопка. Ха, оно еще как по физике смотри летает немножко. Ну. Типа я только что под углом прыгала. Ну, где мои шарики? Сейчас волна будет. Ёшкин кот. Окей, зря. Надолго сильно думал. Я туплю с волнами. Немножко купол поломали, но это мелочь. Где моя пшикалка? Пшикалку. О, тут тоже надо копнуть. Дай, вберись. Так чё он не берёт-то эту штуку? Ну, ё-моё. Да куда она полетела? Когда мама сказала, что ты не сможешь донести все покупки за один раз из магазина. Пью, пью. Пью, 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 пью. Прикол. Это что-то как-то слабенько полетело, но ничего, нормально. Да что ж ты не держишь? Ты держи получше. Все теряет.
Пью-пью-пью-пью-пью. Окей, у нас есть апгрейды. Давай мне датчик ХП. О, у нас все нормально. С ХПшкой все отлично. Мы сейчас займемся прокачкой этого бура, так называемого. Ну, возьму я нам сначала урон, чтобы мы не умерли. Я думаю, это хорошая идея. И прицел. Мне лично вот нужен прицел. Я косой. Прокачать умножение железа, оно дает... Окей, знаешь, что это железо будет здесь лежать? Это в этом, в конвертере. Давай вот так. Теперь давай вот здесь копнем. Я тут уже никакие правила копания вот вообще не использую, походу. Да. А, нужно подождать, чтобы был звук. Та-таум. И тогда к тебе прицепляются эти штуки, и можно их тащить и забрасывать на базу. Окей, а вы что думаете, что не влетит? Вы должны лететь вверх. Самые руинистые штуки в мире. Окей, давай вот это, тебя сюда запустим, а тебя вот сюда запустим. И, я не знаю, я накопал фигню. 4. Так, умножение железа. Умножение железа. Позволяет увеличить количество железа. 0,2 единицы железа за 1 единицу железа. Время конверсии в циклах 2,5. Так, сделал. И что дальше? Не осталось железа, окей. Но мы не получили урона. Пшикалку. Пшикалку дайте. Окей. Закинуть в конвейер одну штучку железа. Хорошо. Сейчас. Может, не сейчас. Может, когда-нибудь. О, нашли. Во, зато можно копать и вверх, и вниз одновременно. Круто. Так, сейчас, секунду, тут жена пишет. Подождите, чат. Ну точно, так и думал же, ну блин. Сдержали на работе, блин. Пишу я, чтобы домой ехала и там за кофе в магазин не ходила. Она хотела за кофе в магазин сходить, но я сам схожу. Там холодно, у нас снег выпал в Ярославле, все как положено. В теории я бы мог... кидать эти штучки, но я думаю, они у меня... Мог бы кидать ресурсы, типа, еще вправо-влево, но я думаю, они у меня все упадут вниз. Окей, как тут?
конвертировать один железо в 5 железа? Нифига себе. А в реале так можно? Типа берешь, превращаешь 100 рублей в 1000 рублей, 500 рублей. Да, мне, пожалуйста, превратите один железо в 5 железа, если можно. Мне нравится такой мне нравится такой коэффициент. В пирамидах так работает. Ну, если ты первый, да? Кто первый? Того и тапки. А если ты последний? Качай бур. Сейчас я прокачаю бур, чат. У меня денег нет, железа нет, ничего нет. Железяки, тащи их на базу. Окей, мы сейчас быстренько вкачнем. А, тут еще одна. Сейчас быстренько что-то качнем. Бур какой-нибудь. Или этот шарик, как он там называется. Так, что здесь есть? Увеличивает скорость перемещения с гравитационным генератором. Топ спид 110. Это что значит? Так, отражение сфер. Отражение приближающихся сфер, ускорение сферы при отражении, дополнительный срок действия сферы при отражении 0,2 секунды. Мне кажется, что это что-то вот лучше просто взять срок действия сферы, увеличить и все. Нет? Ну давай возьмем отражение. Будет весело. Всем, кроме меня. Нажмите пробел, чтобы на мгновение, чтобы отразить летящие в вас сферы. Ты делаешь вот так, а потом такой... Потом такой в тайминг нажимаешь пробел, и оно, короче, отражается, и получается круто. Но только тут вот ключевое слово в тайминг. Понятно. Ясно, понятно. Ноль проблем. Пеглин? Точно, это Пеглин. Это реально он. Это, знаешь, с этим... С шариком, который... Резинка. Пью. Ха-ха, прикол. Окей, мне нравится. Можно еще и направление ему задавать. Смотри, оно и по диагонали летает, мячик. Окей, мне нравится.
Окей, вот эту штуку надо прокачать. Переноску сфер. Переноску кубиков. Пью-пью-пью-пью. Так, а по оружке нам еще далеко. Вот это переноска кубиков, да? Срок действия пакетов 50 000%. А какие-то пакеты. Это просто скорость. А как, где здесь перевозка груза? Или тут такого нет? Надо вместо этого пакеты качать? Пакеты. Максимум 4, остальными кидаешься. А, окей, понял. Ну, значит, нам надо взять тогда пакеты. Кидаться пакетами. Акций. Видимо. О, уже стрелки пошли. У нас проблемы. У нас большие проблемы. Ну, пошли кидаться пакетами. А я имею в виду, они сделали необычного персонажа. Иди сюда, куда ты полетела? Удерживайте пробел, пока переносите ресурс, чтобы зарядить пакет. О мой бог. Окей, я зарядил пакет. И чего? Я что-то не понял. А? Что? Удерживайте пробел, чтобы зарядить пакет. А, окей, я бросаю пакет. И мне, типа, надо закидывать пакеты поближе к базе. Давай с этой волной разберемся. Надо бросать пакеты поближе к базе и потом их закидывать домой. Типа таким. Вместо того, чтобы заносить вручную вещи домой, я буду их бросать, да? Мы выживем? Я не хочу чиниться. Я хочу чиниться вот после апгрейда на ХП. Чинись? Я не хочу. У меня мало лечилок. Не выживем. А если выживем? Чат. Что если мы выживем? Мы бы выжили. Да, я 2 метра не донес. Я запутался в управлении опять. Окей, все, включить, пошли. Быстрее, 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 быстрее. Нам нужно что-нибудь копать. Где-нибудь, может, вот здесь. Скорее.
А, мне нужно еще отбивать. Вот это так. О, железо, спаси меня. Железо. Вода. О, железо сыпется сверху, как послание богов. Окей, теперь заряжаем это в пакеты. Окей, заряжаем пакет. О, слишком большой пакет. В пакет, пакет туда. О, иди отсюда, пакет. Теперь мы делаем пум. Заряжаем маленький пакет. Заряжаем большой пакет. Пакет улетел! Мой пакет! Он падает! О, мой бог! Кто? Мои пакеты! Отдайте их! А, они упали со скалы! Брось все, беги на базу! Они не слушаются меня! Пакеты разбежались! О, помогите! Окей, ветер уносит пакеты. Что делать? Как жить? Ой, нужен апгрейд на максимальное здоровье базы и лечение. Я ничего не могу сделать. Так, это что такое? Слабость. Позволяет распылять во время боя. У нас нет денег, неважно. Забей. Ну, пожалуйста. Окей, подстрелить выстрел. Хедшот. Ешь, свинец. Прямо в глаз. Окей, если мы донесем пакет до базы, будет хорошо. Будет отлично. Надо убрать вот тут все, что мешает носить пакеты, окей? Так, тренируемся использовать пакеты. Берем... Набираем пакет, потом так, тыщ, и запулили пакет. Потом возвращаемся, пока пакет летит в цель. Мы тут копаем, копай, потом вот сюда. Тоже копай, 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 копай. Хорошо, теперь это все в пакет. Пакет развалился, непрочный пакет из пятерочки, порвался. Собираем еще один пакет. Еще один пакет. Окей, пакет полный. Мы понесли пакет. Тыум, его туда. Теперь в этот. Теперь третий пакет пошел. Раз, пакет в пакет, ты идешь со мной. Этот пакет в этот пакет. О, все сложили. Хорошо. Теперь этот пакет несем на базу. Несем, 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 несем. Не донося до базы, прям с разгону в дверь пакет. С разгону прям в дверь. Пиум-пиум. Пиум-пиум-пиум-пиум, запуляем все из пакета в этот, идем подбираем все остальные пакеты, где они? О, мой бог, они по всей Локи. Они летят далеко. О, мой, они разлетелись, кто знает, кто... Так, без паники. Ослабление всех монстров, снижение здоровья монстров. Вот это хорошая штука. Так, и как это использовать? F, да? Да, по-моему, это F. А, его нельзя в этом бою использовать. Только в следующем теперь. Не идеальный бой? Не идеальный? Окей, пошли за пакетами скорее. О, у меня все пакеты разбросаны просто по всей квартире. Кто-то пришел пьяный из магазина и... Нет, пофиг, завтра уберу и раскидал все. О. Окей, мы... О, я хотел положить его! Окей, теперь точным попаданием на базу. Они бесконечно летят? Варлок, расскажи что-нибудь доброе, я не могу.
У меня здесь пакеты. Они разлетаются во все стороны. Куда ты полетел, пакет? Что-нибудь доброе говорит, расскажи. Нужно чуть-чуть дольше держать кнопку сбора пакетов зажатой, чтобы пакеты собирались. Я думаю, что, в общем, самое хорошее использование механики пакетов — это забить на нее. И типа... О, нам, кстати, сюда надо железо положить. Типа забить на нее и представить, что ты просто играешь чуваком, который переносит ресурсы, но ты можешь их мало переносить. Окей, давай, давай скорость прокачаем, просто, просто скорость. Ты здесь? Он так хорош. Музыка прикольная. Музыка вообще кайф. Ну что, давай копать. Мы что здесь просто так сюда пришли? Окей, этот шарик улетел. Забудь про него. Может, вот здесь можно покопать? О, хорошо, копает. Хорошо. Давай копнем влево. Копалки кончились. Окей, там тупик. Ладно. Копнем сюда. Ну, если делать хорошо отражение, то он так нормально копает. О, железика. Давай мне железо. О, как хорошо. Я сейчас целый пакет домой отнесем. Так, только с этим пакетом надо не заморачиваться. Мы, в общем, берем маленький пакет и без вот лишних вот всяких штук просто несем его домой. Чтобы дома хоть что-то было. А с остальным уже завтра разберемся. Восемь денег. Не, денег нет. Но вы вот там держитесь, короче. Надо урон апгрейдить, что я могу сказать. Или еще что-то такое. Ой, рано я запулил минус хпшку. Ой, хана нам. Ну, все. Вот, собственно, персонаж, который играет пакетами. Я понял, ты соединяешь ресурсы в пакеты. И потом их кидаешь. Конвертер остался. Ну да. Еще раз. Честно, если бы, короче, вышел Дом Хиппер, и там вот этот перс был первым, вместо обычного шахтера с обычной копалкой, чтобы копать,
Я бы эту игру не запустил бы даже. Я бы посмотрел на трейлер, где вот летает эта фигня и пакеты. Я бы, короче, даже не включил бы ее. Я имею в виду, он очень оригинальный. Не просто какой-то еще один шахтер, который копает по-другому. Это вот такая веселая ересь. Так, нам точно нужен щит с ним. И... этот. И нужно маленькую карту поставить. Мы еще раз сыграем. Только на маленькой карте. То времени осталось мало. Окей, погнали. Ну я вроде бы этот. Вроде врубился примерно, что здесь делать надо хотя бы. То я кучу времени в начале забега потерял. Потому что я не мог понять, какие кнопочки нажимать. Я думаю, я их сейчас не очень понимаю, какие нажимать. Но вот это уже намного лучше, чем было. И у нас здесь есть волшебная цифра 4 ресурса. Вот если мы по 4 ресурса будем бросаться, то проблем с пакетами не будет. И еще у меня есть хитрый план. Я, наверное, на механику пакетов вообще забью полностью. Механику персонажа. Буду играть, как будто у меня персонаж переносит вот 4 ресурса, зато... ну, зато быстро переносит, типа. Без штрафов на скорость. И вот тогда я думаю, что будет намного эффективнее это дело. О, волна, быстрее, окей. Ага, крейдить нечего. Хотя, знаешь чего, мы можем сразу вот это вот сделать, чтобы уже на следующих волнах не тупить. О, это какая-то новая планета, я такую планету не знаю. Трицератопсы ходят. А, сюда надо железо зарядить. Нет, надо было сначала апгрейд сделать. Окей, следующий апгрейд на конвертер, наверное. Так. Теперь сюда вот так боньк. Пошли еще один шарик делать. Ну вот я что-то вот начинаю понимать примерно как. И надо намного более плотные раскопки делать. О, хорош. Тут сложно вот так сходу понять, что ты хочешь копать, где и в какую сторону. Когда у тебя вот такая вот система копания. Немножко неочевидная, да? В плане неочевидно, куда этот шарик запускать, чтобы было эффективнее всего. Зонд. О, зонд нам поможет. Если я буду не забывать его использовать, вот прямо... прям то, что нужно. Я возьму зонд. Водосборник лучше, если бы... но зонд мне даст намного больше понятия, в какую сторону мне копать. Окей, зонт, только какой кнопкой использовать, я вот не помню. X, F, F. Теперь я знаю, куда копать, и мне этот шарик... о, теперь я знаю, куда шарик запускать, и это совсем другое дело. Так, вот мы выкопали 4 ресурса, сразу берем их и несем. И никаких вот хитрых маневров. Окей, один из них теряем по дороге, естественно, этот ресурс. Так далее и тому подобное. Ну
Ну, ёшкин кот, чё не все цепляются-то? Пакеты, не теряйтесь. Так, сразу тебя сюда. А, не-не-не. Сразу апгрейд на дупликацию железа. И зарядить дупликацию железа. Один железо в 5 железа. И сюда, и бой. И джик. Заряди мой зонт. Так, шарик еще на дне остался. Да-да-да-да-да. Сейчас мы тут посветим. О, тут надо вниз копать. Только не там, а вот здесь. Ага, фиг, я тут прокопаю. Тут крепкая. Ну. Пакеты убегают. Чё шарики не работают? А, ты пока пакет держишь, нельзя шарики делать. Понятно. Шарик, хватит копать. Шарик, успокойся. Полный пакет. Пакет улетел. Все, этот пакет ушел, его нет. Так, апгрейды. Апгрейд мне на скорость лазера, пожалуйста. Заряди. Погнали. Но намного лучше. У нас все намного лучше, да? Вроде как. Окей. Я сразу отнесу этот маленький пакетик. Сразу вот так его. Пиу. Сразу вот так его. Пиу. И дай мне зонт здесь. Дай мне здесь зонт. Там что-то есть. Окей, копаем туда. Водичка. Знаешь что? Маленький пакет, мы несем тебя. Зря я, наверное, там покопал, там вроде ничего и нет, потому что мы зондом посветили. Привет, привет, Snoring Beast. У нас тут интересный персонаж. Он кидает шарики и собирает пакеты. Подождите, жена спрашивает, нужно ли что-нибудь. Говорю, вроде ничего такого не нужно. Смотри на свой вкус. Все-таки пошла за кофем, хотя я сказал ехать домой, потому что холодно. Но жену не остановить. Окей, сколько у нас хпшки? О, да у нас почти полная. Ну все. Окей, ты выстрелишь в меня один залп, ну ничего страшного.
Очень страшно, прям можно подумать. Так, где тут посветить зондом? Наверное, вот сюда вниз, да? Давай вот сюда. Здесь ничего нет! Там ничего нет. А, очень плохо. Я надеялся, что там что-нибудь есть. Я хотел туда копать. По диагонали копать? Ну да, по диагонали он хорошо копает. Я не знаю, мы несем домой маленький пакетик. С одним треугольничком. Нам надо какие-то на копалку апгрейды делать, да? А то копалка что-то нифига не копает. И на урон надо апгрейды делать. Потому что урон ничего не уронит. Он жив! Как ты жив? Снизу справа была куча ресов. Окей, пошли, пошли, пошли. Снизу справа. Снизу справа куча ресов. Снизу справа куча ресов. Пошли, пошли. Мы не умрем. Окей. Вот здесь, да? По-моему, вот здесь. Может быть, мы будем еще просто плохим буром играть. Как насчет вот такой идеи? Что если мы представим, что у нас нет никаких шариков, а у нас, короче, есть очень плохой бур. Пакет? Я потерял весь пакет, о мой бог. Короче, ты зажимаешь Q, они такие к тебе цепляются. Ты можешь бросить один из них, и он полетит вперед. И он потом упадет обратно. И если ты больше четырех тащишь, то они слишком тяжелые. И тогда они падают вниз. Тогда ты медленно едешь. Окей, вот скорость передвижения есть. Урон сфер. Вот это сила копания. Вот это оно. То, что нам нужно, чтобы просто вот копать лучше. Вот так, мертвый. Мы живы. Есть ли дети, которых можно отправить в шахту? Есть бурмистры. Бурмистры намного лучше, чем дети. Он так далеко, один ресурсик. Где-то там, черт знает где. Помогите!
кто-нибудь! Чат! Спасите меня! Такая музыка печальная, как-то похорона. У меня нет денег. У меня вообще нет денег. Нет хп. О, нет. Окей, соберись, тряпка. Соберись, тряпка. Все нормально, все хорошо, все отлично. Окей, там копать нечего, это мы знаем. Пошли копать где-нибудь. О, там что-то есть. Я вижу уголочек ресурса. Мы нашли. Мое. О, с двух сторон. Бросай еще шарик туда. О, джекпот. Мы живы. О, как много пакетов. Окей, теперь все эти пакеты дотащить до базы, и мы будем так в порядке. Окей, здесь тоже можно запустить еще один шарик. Главное подныть. Да-да-да-да-да. Там так много! Это настоящий джекпот! Окей, потащили пакеты. Нужно сейчас сфокусироваться на том, чтобы хотя бы пару пакетиков донести. Еще один. И пару пакетиков до дома, и все будет офигенно. Мы на эти пакетики вкачаем урон или что-то такое, будет вообще супер. Кошка, трогай компьютер! Пока что не вкачаем, но мы живем. Мы живем, у нас есть урон. Все кнопки нажал. Ноль проблем. Еще две лечилки есть, окей. Дай мне скорость передвижения, чтобы сейчас быстрее пакеты дотащить домой. Погнали. Окей, конвертер надо было зарядить. Да. Все будет. Несем пакеты. Пакеты, не теряйтесь. Я потерял половину пакетов. В общем, если ты клавишу вверх не держишь такой, на секунду хотя бы отпустил, когда ты пытаешься пакет вверх запулить, то пакет вместо этого остается на месте. То есть, вот надо пакет до конца вот прям держать клавишу вперед, когда ты хочешь, чтобы твой пакет... Чтобы твой пакет залетел на базу. Когда ты пакеты собираешь, их надо собрать 4 штуки, но их собирается намного больше. А вот этот пакет вон остался вот там висеть. В общем. Стоять, Маруська, конвертер. Заряди мне конвертер. Кошка, не трогай компьютер. Окей, у нас есть 10 денег. Так, апгрейды на боевое что-нибудь. Урон.
щит. Нет, на щит нет денег. Окей, оставим на апгрейды на какие-нибудь. На максимальное здоровье оставим, окей. На всю волну таскали два пакета, я знаю. Я в курсе. Я сам их таскал. Мы в порядке? Мы в полном порядке. Ноль проблем. Очередная волна, развития не хватает. Что-то кажется, нужно играть как-то иначе. Ты думаешь? По-моему, все отлично. По-моему, все в полном порядке. This is fine. Я имею в виду, мне нравится этот персонаж, потому что он делает игру очень сложной для меня. В любом случае, точно. Давайте будем честны. На этом, на Шахтере мы выигрывали все забеги. Типа, чтобы проиграть забег, нужно было, ну, либо включить самую последнюю сложность, которая просто полная ересь, тебе там дают по 5 секунд на копание шахты. И там надо все тайминги просчитывать, и я этим заниматься не хотел. Ну, либо, я не знаю, АФКшнуть от компа. А здесь совсем другое дело. Так. Окей, мы можем урон сфер повысить на 4. А, ну нам надо ХПшка, да, точно. ХПшка и лечилки. Так. У меня осталось 6. И на эти 6 я могу срок действия сферы вкачать. Я вот эти пакеты вот не собираюсь трогать вообще никак-то. Вот эта штука за 8 увеличивает урон бура. Отражение сфер взять. Я хотел вот это вот длительность сфер взять. Чтобы с отражением не заморачиваться. Пускай они тут вот полчаса летают и занимаются своими делами, эти сферы. Вылезли. Так, сейчас надо вовремя электричество бросить. Окей, электричество было брошено не очень вовремя. Слишком рано. Мы все пакеты отнесли? Нет? Тут еще пакеты есть. Еще 3 пакета. О, там что-то есть. Куда он полетел? Шарик, ну ёшкин кот. Ну ёшкин шар. Слишком далеко.
общем, план у меня такой. Я буду вот так вот шарики запускать, а они пускай там чего-нибудь, куда-нибудь копают. Окей. Так, 3 квадрата. Наверное, нам ни на что не хватит. Выглядит без выигрыша, точно пеглет. Наверное, разработчики в пример брали пеглина. Не зря же им шарики в этот в голову пришли. Нет! Не, мы в порядке. Мы можем выиграть это. Окей, надо вот это вот почистить туда. И вот это вот тоже. У меня почему-то шариков нет. Навел в порядок. Молодец. Окей. Я забыл просветку зарядить. Что-то есть, чат. Нашли треугольники. О, мы пойдем не с пустым пакетом домой. Пойдем пакет с 2 килограммами печенек. О, а тут еще дома добыча. Хорош. О, мой бог, я даже дома умудрился потерять. Окей, у нас есть 9 квадратов. Так, чё грейдить? Это что такое? Улучшенный зонт, к черту. Волну переживи сначала. Наоборот, лучше улучшиться перед волной. Если что-то на бой грейдить. Но мы точно прицел не можем себе позволить. На щит денег не хватает. Нет кружков, нет на щит. Окей, ладно, оставляем. Ну, нам нет смысла не ремонтироваться, да? Мы точно не сделаем 3-й апгрейд на максимальное здоровье базы. Зонд. Конвертер. Чик-чик. Конвертер заряжен. Погнали. Сейчас вот тут, короче, вниз копнем и там светанем зондом. На максимальной глубине. Или не придется даже. У-у-у, это что такое? Семечка, к черту тебя, иди нафиг. Я даже не хочу с ней связываться. Какие еще семечку нам сюда добавить? На ремонт требуются редкие ресурсы. На ремонт нужно это.
На ремонт нужно треугольники. Ну и они, да, более редкие, чем железо. Семечку на воду. Оно нам надо. Окей, у нас есть 12. А я думаю, боевые скиллы или урон сфер. Наверное, нужно урон сфер сейчас. Нам нужно сделать урон сфер, короче, и попытаться копать быстрее. А то, если я сейчас загрейджу оружие, мы никогда не выкопаем ничего. Будем тащить, вот пробовать как-то так. Сейчас электрошок подойдут мелкие. Электрошок пошел. Не лучший электрошок в моей жизни. А мы вообще нифига не успеем семечко никакое вырасти. Полечи меня. Король бобров. Некромант со стажем. Спасибо большое. Спасибо тебе большое, некромант со стажем. За 12 месяцев подписки. За год. Там пусто. Спасибо тебе большое, добро пожаловать, некромант. Этот пакет для тебя. Целый год с нами. На самом деле намного больше, чем год. Некромант. Не верьте ему, он здесь был еще. Он был стар, когда этот мир был молод. Спасибо тебе большое за поддержку. Привет. У нас тут, короче, такая фигня происходит. Мы тут копаем шариками из пеглина, прикинь. Ты когда-нибудь такое видел? Мы насобирали целый пакет. Хорошо. Пакет воды. Мой пакет. Лови его. Еще пакеты, когда тащишь, нужно прямо маневрировать так, чтобы вот пакеты ни за что не зацепились. Окей. Что у нас есть? 5 и 4. Апгрейд на щит можно какой-то сделать. Усилить прочность щита. Ну давай прочность щита. Правда, сейчас ты нам ничего не даст особо, но... Так, мелких слева сейчас будем на электричество ловить. Хотя бы одну пачку. Да, не грейдженное электричество даже пачку не ловит. Когда предмет притянулся, у него есть белая рамка, дурила бородатая. Даже ну, я заметил белую рамку. Приятный чат. Мы, короче, будем копать сейчас вот так вот в глубину и в ширину. Проблема в том, что тут там нажми посильнее, здесь нажми послабее. Оно не в том, что я не вижу белую рамку, но чтобы предметы притянулись, нужно
зажать Q. Потом тебе нужно отпустить Q. Потом нужно, пока вот они притянуты, нажать Q коротко, держа при этом клавишу в какую-нибудь сторону, чтобы оно полетело вот в ту сторону, в которую тебе нужно. То есть тебе эту одну клавишу есть 10 тысяч позиций для одной и той же клавиши, которые тебе нужно нажимать в зависимости от ситуации. А, тут везде тупики! Кто так выкопал? Криво. А, и здесь тупик. Кто эту шахту копал? О, черт, а! Там не проехать, не пройти. А, они уже здесь. Дайте мне улучшение. Улучшений нет. Лечилок нет. Ничего нет. С электричеством их бей. Окей, я побью мелких, а слева мне будет очень больно. Окей, ты думаешь, ты меня напугал? Нет. Мне абсолютно не страшно. Страх отсутствует в моем лексиконе. Я вот сейчас эту птицу завалю. Попозже немножко. Помогите. Гидратация щита. А, не знаю, давай мне гидратацию щита. Его надо гидратировать. Гидратируй мой щит. Дай мне отсюда ресурсы. Сюда, 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 сюда. О, мой бог. Что я только что сделал? Я превратил все железо в воду. Я превратил, по-моему, все железо в воду. Помогите. Бен. Бен, это Данила. Бен, I need help. Зале же железо. Окей, у нас есть железо. Спокойно, 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 спокойно. Железо есть. Тупик. Там тупик. У нас есть почти прямая шахта вниз. Практически. Этих денег ни на что не хватит. Нет, их хватит на прицел. Окей, купить прицел. Помогите. Мы мертвы. Мы так мертвы. У меня нет лечилок, да? Да. Чё ты встал из-за пульта? Сядь за пульт. Ну окей, всё. Я, наверное, сохраню конвертер ресурсов на следующий забег, которого не будет. Какой веселый персонаж. Мы посмотрели нового персонажа, он был классный. У него он может кидать шарики и ловить шарики. И он еще, короче, делает пакеты. Прикольный перс. Я имею в виду... Ну, реально, он очень классный. Супер интересные механики. Я сломал все пальцы, пока на нем пробовал играть.
Ому на контроле на нем будет лучше намного.